Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wjedzie biały węgorz. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć. I всем привет, с вами Винс. И, короче, как вы поняли по обложке, по названию, это видео будет про то, насколько долго можно выжить в воде, ну или же дышать в воде. Для первого способа нам понадобится, ну... Чё нам понадобится? Панцирь черепахи нам понадобится. Идем, короче, на озеро. Ну, в общем говоря, я у озера. Хотя идти не так уж и долго пришлось. Ну ладно. Блин, голубику поесть нельзя. Не дают голубику поесть. Ладно, без этого. Прыгаем в воду. Теперь сидим, ждем. Ну, я продержался довольно недолго. 33 секунды. Ну, результат хороший. Итак, для следующего уже способа нам понадобится зелье подводного дыхания на 3 минуты. Да, я сейчас буду сидеть вот так вот 3 минуты в воде. Конечно же, я это буду делать за кадром, потому что я знаю, что вам будет ультра скучно смотреть на это. А вот мне, да, мне будет очень скучно сидеть и ждать. Ну, чё говоря, ждем. Да, я знала то, что я буду заниматься такой фигней. 3 минуты 25 секунд. Уже результат, ну, в 100 раз получше, чем был тогда. Я решил пойти пожестче. Зелье подводного дыхания на 8 минут. Подождите, я хочу вот сейчас кое-что сделать. Короче, все. Мы все сделали. Ждем сообщения. И где оно? Вот оно. Все. Идем теперь на озеро. Ну чё ж, пьем зелье и водичку. Ух, ребят, я очень сильно настрадался. Больше никогда в своей жизни чем-то подобным заниматься я не буду. Я убил свое время, убил целых 8 минут. Я вам по чесноку говорю, я вообще молоко не использовал. Я реально все эти... 8 минут сидел и ждал, пока закончится эффект. Ребят, если вы подумали, то что это все, я закончил? Нет! Те, кто уже видел, я решил взять зелье регенерации на 45 секунд. Короче, просто сидим, ждем, пока у нас закончится кислород. В этот момент пьем зелье регенерации. И давай. Идет. Мне что-то, знаете, не особо сильно как-то помогает, ребят. Не особо сильно так помогло. Не, ну вот больше 25 секунд я больше продержался. Это я точно знаю. А тогда я просто сбился со счета. Какую минуту я уже сижу? Сколько секунд? Я тут уже сижу. Да, как вы поняли, это еще не все.
Последний раз пробуем. Почти то же самое зелье, только зелье регенерации 2. Забираем все наши предметы. Вот оно. Зелье регенерации 2 на 22 секунды. Ждем. И погнали! Это все. Продержался вот совсем чуть-чуть больше, чем ожидал. А я ожидал от зелья большего. Ребят, вы, наверное, можете меня считать дауном, но я только сейчас понял, что надо было просто в зелье выпить и все. Ну ладно, и ладно. Короче, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь этим видео с друзьями. С вами был Винс, и всем пока-пока.